На повестке дня 42-го заседания Совета депутатов Ленинского района было несколько важных для дальнейшего развития муниципалитета вопросов. Основной из них – принятие бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Общий объем доходов бюджета Ленинского муниципального района Московской области в сумме 6 миллиардов 945 миллионов 178,7 тысяч рублей. В том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 миллиарда 195 миллионов 121,4 тысяч рублей. Ранее проект главного документа был рассмотрен на бюджетной комиссии, а также проведены публичные слушания. Бюджет у нас программный, то есть средства заложены в бюджете по муниципальным программам, которые, в основу которых легли в том числе и указы президента, и поручения губернатора. И хочу отметить, что на 90% наш бюджет – это социальный ориентированный бюджет, в котором предусмотрены расходы на основные социальные сферы касательно нашего округа. Народные избранники проголосовали за принятие бюджета единогласно. Также депутаты поддержали внесение изменений в бюджет этого года. Предлагается увеличить доходы бюджета Ленинского муниципального района с 7 миллиардов 731 миллиона 743,9 тысяч рублей до 7 миллиардов 993 миллионов 578,6 тысяч рублей. Увеличение доходов связано с перевыполнением доходной части бюджета и необходимостью принятия дополнительных расходных обязательств по бюджету в 2019 году. Следующий вопрос о принятии к исполнению части полномочий администрации сельского поселения «Молоковское». Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашение с органом местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов. Решение было принято единогласно. В рамках мер социальной поддержки было предложено утвердить перечень категорий граждан и размер выплат для жителей сельского поселения «Володарское». У нас единый подход, вне зависимости от дотационности сельского поселения Володарского. Мы на 2020 год за собой оставляем приоритеты уравнивать все те мероприятия и меры социальной поддержки для граждан, которые мы осуществляем. Депутаты также поддержали данное решение единогласно. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.